Ух ты! Вкусняшка! Джунгли, Милка, смотри! Ух ты, джунгли! Сколько, Алкай? Завтрак стоит 200 гривен на двоих нам с Милкой. Поворачивается у нас на Терегульском лимане, кто не знал. У нас есть выпуск оттуда. Потому что сюда такси не вызовешь. И придется. Милочка, иди сюда. Тебе тут не нравится, что здесь пусто? А что здесь должно быть? Вот. Ну, места много. Ну, хотя бы какой-то полочка. А, какой-то полочка. А тебе не темно? Тронулся. А сверху как вывозят? И сверху точно так же. А чего? Ну, сверху я опускаю с 9. Показать вам место, в котором мы были года 2 назад. И нам там... Как скажешь, деткам тяжело сюда идти? Да. Да? Тяжело, конечно. Тяжело, конечно. Но оно того стоит, Мил. Смотри, как красиво. Ребенок едет, не тяжело. На самокате, например, да? Да. То же самое. Вот оно. Привет. Всем привет. Ну как? Дайте ребенок. Пофоткались возле этого слона, да, Милан? Хотите увидеть, да? Хотите. Аквапарк. Да. На 6 дней? Да. Мы в Одессе на 6 дней. Да-да. Да-да. Всем привет. Привет. Я Людмила, а это моя внученька. Миланка. Мы в Одессе. Да, мы в Одессе. Да-да, мы в Одессе. В самом сердце Одессы, да? Да. Аркадия. Что мы покажем в этом выпуске? Мы вам покажем море. Море, красивое море. Да. Мы вам покажем карусели всякие. Карусели всякие, а еще... Рестораны, где можно покушать очень вкусную рыбку. Ну, конечно, мы заказали на 1 сентября столик в ресторане «Рыба». А? Жилье возле ресторана «Рыба». А у нас есть уже жилье. Вот. А еще море. Еще аквапарк. А еще аквапарк. Много-много другое. Подписывайтесь. На наш канал. Жизнь Тревел. Жизнь Тревел. Гнали. Милан, в Одессе, как всегда, сразу же вам и жилье предлагают. Какая у Милки прическа крутая. Да. Да? Она на день рождения еще была. Смотрите, если не смотрели. Да, смотрите, Милы, на день рождения, да? Да. Вот. Выпуск уже есть. Как мы праздновали Милы на день рождения. Итак, как я обещала в предыдущем выпуске с Одессы, у меня здесь заканчивался выпуск, а этот выпуск здесь сегодня начинается. Пляж Куба, миллион людей, офигенные волны. Что изменилось за 2 недели, это подорожали лежаки и зонтики. За зонтик нужно платить. А тут принцесса лежит. Милана, а? Как вам пляж? Нормально. Ну, что нравится, что не нравится? Волны мне нравятся. Волны нравятся? Тут есть раздевалочка, душ, туалет. Туда дальше ривьера. Но пляж, конечно, море сегодня. Просто кайф. Море супер, погода супер. Начало сентября, такая красота. Лежак 100 гривен, зонт 50. Там вот кафешечка есть, мы не заходили, не знаю, цены. Тут есть и кровати, официанты ходят. Тут можно со своей едой, со своим питьем, с
сумки не проверяют. И это устраивает особенно мамочек с детьми. Потому что им нужно брать свое питание. А кто здесь такой? Милка? Как вам вид? Милка накупалась, напрыгалась. Я не накупалась. Не накупалась? Конечно, волны. Ну что, Милан? Ну идемте. Вот, Женева Резорт, такой небольшой отель. Обзорчик нашего номера. 102. Туалет, душевая кабинка, раковина. Что-то есть, имеется. Полотенечко. Пароль от Wi-Fi. Тумбочка, кровать, телевизор, кондиционер, зеркальце, наши шмотки. В общем, что мне не понравилось, нет балкона. А мы снимали очень быстро, да, Мил? Да. Ну, в общем, такой номер. Отель Женева Резорт. Вот. 3 ночи, 2 500, 1 взрослый и 1. Что тут у тебя? Браун швейская, Милкина любимая. Сырочек. Чайника нет, сказали, дадут. Тык. Ну что, в душ? Да-да, вот ей в душ. Ей надо в душ. Ей надо в душ? Да, ей в душ. После надо. Пляжа, конечно, давай. Пойдем в душ ее. Давай. Идем в душ надо. Да, тебе не надо после пляжа. Мы сначала на пляже только вот заселились, получается. На пляже в душе были. Что тебе не нравится? Пойдемте покажу. Пойдемте пока. Тут большой шифонер, большое зеркало. Тебе тут не нравится, что здесь пусто? А что здесь должно быть? Да, вот пусто. Ну, места много. Ну, хотя бы какой-то полочка. А, какой-то полочка. А тебе не темно? Нет, нет, нет. Очки не мешают? Мешают. Минуточку, бабушка, здесь еще у нас холодильник. Холодильник, а ну-ка покажи, как он. Открой. Работает? Стоит. Это маленький холодильничек, да? Да. Так, в шкафу тапочки, сейф. И фен. Доброе утро. Мы идем на завтрак. Погнали на завтрак. Погнали на завтрак, да? Пошли. Привет. Привет. Хорошо спалось это тебе? Куколка. Как тебе спалось? Хорошо, куколка. Говорит. Сейчас попробуем, чем нам здесь кормят. Пошли на завтрак, да? Да. Завтрак с стоит... С куколкой. Завтрак стоит 200 гривен на двоих нам с да, Милкой. Да, только ее собрать надо. Кого? Куку. А чемодан берешь? Может, бутерброд возьмем там? Пойдем. Я тоже. Маслица, да? Сметана, творожок. Ты что будешь? Сырочек. Кофеечек заберу. Соки, вверху соки. Фрукты. А тут что есть? Ага, тут блинчики. Милана, блинчик есть. Сосиска есть. Гречка. Огурчик, колбаска. Яичко вареное можно съесть. Ага. Да. Спасибо. Не могут яичко пожарить. Бери тарелочку. Бери, накладывать будем. Хлопья, мед, яйца, кофе. Главное, кофе и чаечек, да? Милочка, хлопья берет. Давай еще чуть-чуть. Доброе утро. Мили, подогрели молочко. Вот так, хватит, Милаш.
Вот, да, хватит, Вот. О, садись, кушай. Яичко поджарили. Икра. Вкусные завтраки, да? Свеженькое все. Яичко могут пожарить, еще омлетик. Главное кофе. А мелкие хлопья. Завтраки понравились, да, Милаш? Пойдем. Нам надо воду купить, Милан. Клубничка 100, виноградик 85, 50 гривен, персик. И желтый помидор интересует. 75 большой, маленький 45. Вот такие цены. Мил, мы наелись. На обратной дороге фрукты купим, да? Да. По дороге смотрите, какие дракоши нам встретились. Да-да, и будем фоткаться. Будем фоткаться. И слоник. Ой. Пофоткались возле этого слона, да, Милан? Маленькие еще там слоники, да, это магазин какой-то такой интересный здесь, похоже. Водичка. А ну подойдем. А, здесь Так, мы хотим посмотреть сегодня с Миланой не комплексы с бассейнами, а просто где можно на Аркадии просто позагорать и покупаться. Да. Мы договорились. Если будут большие волны, я чуть-чуть поделаю басочки, покушаем и пойдем на бассейн. На бассейн. Да-да. Да-да, погнали. Погнали! С нами вы в школу увидите, как мы в аквапарке. Мы не пойдем, знаешь, почему в аквапарк? Потому что у нас полная сумка еды. Фруктов, водички. Да. И бутербродов. Поэтому мы не идем сегодня в аквапарк. А идем кушать все на море, да? Да. Узнаешь знакомые улицы, Мила? Да. Когда ты тут была? Узнаю с мамой. И с бабушкой? Да-да. 2 месяца назад, да? Да, здесь мои друзья. Мы здесь купальник покупаем. Маме. Маме? Купальник покупали? С подушкой в Ипке. В Ипке ловили. А, рыбки ловили с подружкой? Да. Сейчас они в конце самом. Это все вечером работает. Да, все вечером работает, да? Качели, карусель. Мы направляемся с Миланкой в сторону Санторини. Да? Сними вот это. Оп.
Там очень классные зонтики в Санторини. И красивый вид. Нам нужен такой пляж, где не проверяют сумки. И лежак с зонтом. Поэтому... Потому что... Ну да, чуть-чуть мы с Милой прошлись. Это набережная Малого Фонтана. Здесь качественные зонты хорошие. И небольшие волны сегодня. Небольшие. Пошли, Милан. Конечно, с Аркадией мы так прошлись. Ну, нормально. По трассе здоровья. Назад, конечно, будет тяжеловатенько, потому что сюда такси не вызовешь. И придется пройтись пешочком. Но Милана тревел с бабушкой, да? Да. Да, ты устала? Как скажешь, деткам тяжело сюда идти? Да. Да? Тяжело, конечно. Тяжело, конечно. Но оно того стоит, Мил. Смотри, как красиво. Ребенок едет, не тяжело. На самокате, например, да? Да. Пошли. Смотрю, очень много водорослей, которые убирают. Вчера были очень большие волны. Пойдем, пойдем. Пойдем. Мы, бабушка уже здесь была, я знаю. Они уже малюсенькие. 250 гривен шезлонг и зонт. Тоже браслетик одевают. Скидок нет. 250 гривен. Людей достаточно много. И после вчерашнего шторма, конечно, море чуть-чуть с природными водорослями. Чуть-чуть, конечно, морька сегодня с такими водорослями. Вот вверху Санторини. Такой зонт очень классный. Лежачок 250. Они также есть деревянные. Душики вот деревянные, тоже 250. Но мы уже пришли, нам уже не хватило деревянных. Сказали освободятся. Хотя какая разница. 250 шезлонг и ребенку, и взрослому. И тут есть такой бонус. Маленький бассейн. Давай. Здесь морская вода. Пошли плавать. Ну давай. Мила, мне кажется, я тебе зря шезлонг взяла. Подписывайтесь на наш канал. Жизнь тревел. О, море, море. Нравится тебе эта песня? О, море, 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 море. О, море, море. Это мастер-класс покажу вам. Мастер-класс покажешь? Подожди, стой. Волна. Людей много очень. Ты мне нравится? Пробежала. Если хотите посидеть красиво с чашечкой кофе, полюбоваться шикарным видом рядом с пляжем, такой буфетик. Что, Мила, будет? Такой шматочек. А сколько? 135 гривен. Сколько грамм? 130 грамм. Макарончик 1,55 гривен. Или макарончик? Нет. Милка,
Ну как я тебе? Видео смотрю. Ты видео смотришь, а ну-ка. Ага. Так вот же оно все твое видео наяву. Да, красивое место, как тебе нравится? А мы сейчас попробуем то. Попробуй что? Очень красивый вид, да? Да. И очень вкусно. Сейчас попробуем еще какао. Какао, аккуратненько. С чем оно у тебя там? С малышева. Как? Малышева. Ты вкусняшка. Красота, да? Мы следующий раз туда придем. Тебе тут понравилось? Да. В следующий раз ты хочешь сюда прийти? Да. Вкусная пироженка? Да. Тортик, да? Придем. И вид самое главное, да? Красивое море сверху, да? Придем. Конечно же придем. Через 2 дня увидите, знаете что? Да-да. Три-дин. Ставьте лайки. Так же смотрите это видео до конца, если хотите увидеть аквапарк. Хотите, да? Хотите. Да. Если вот так объявляют. Да-да. Так и называется буфет на Малом Фонтане, трасса здоровья. Вот такая вот красота. Мы в очереди стоим. А тут такой кораблик плывет, да, милаш? Тут вот видите, просто люди приходят на полотенцах. А там? На полотенце ложатся. А там нет, а там и бесплатно. Платить не нужно. Мы когда-то так сделаем. Да. Хочешь завтра? А да, хочу. Мы уже в другом тогда море будем. Так без зонта плохо. И так сойдет. Ребят, тут Малого Фонтана отправляется такой вот, вот такой вот небольшой такси. Это именно для тех, кто посещал пляж. И мы сейчас поедем, мы в очереди. Да, я его тоже установлю. Ждем. Каждые 15 минут он ездит. Долго мы ждали вас, конечно. Нет, ну я бы уже 10 раз бы туда и назад это сам. Поезд тронулся. А сверху как вывозите? И сверху точно так же. А чек? Ну, сверху я опускаю с 9 утра и до 12 обеда. Ага. То есть можно, вы можете спуститься. Да, если вы, туда... если вы только вы сюда идете. Там вас можно дождаться, вы туда периодически поднимаетесь. Да. На шлагбаум. Да. Спасибо. На верхнем шлагбауме. Вот такой транспорт. Мила. Жизнь тревел канал. Подписывайтесь. Это Одесса. Одесса. Одесса мама. Дайте я проеду. Дайте я проеду. Да. Вот у девушек. Так у вас еще 5 человек сзади. Или одна собака. Да. Все, высаживать. Мы приехали, да? Да, спасибо все. Вам большое. Кондор, бизнес-центр приехали. А скажите, а вы на этот... В Аркаду не едете, да? А вам на Крым или на... Да, на Аркаду. Где это? Где-то отпустило. Не, нам, мы тут. До ресторана Крым. Да. А, мы выходим, Мила, выходим. Выходите, пожалуйста. Вы влог снимаете. Все. Да, Жизнь Тревел, подписывайтесь. Жизнь.
travel. Жизнь русский, travel английский. Хорошо. Вот. Сейчас проходочку сделаем, махаем. И дружбан, главное. Так и соберем подписчиков, Милка. Настоящих. Так, рассказывай. Мы не только на колесе покатаемся, а еще на чем-то. Не только на колесе? Да. Приехали в парк Шевченко с Милкой. Очень. Я на них плавала. Да, ты плавала на такой утке в Яремче. Смотрите предыдущие наши выпуски. Очень спешили, чтобы, как говорится, до темноты хочется вид посмотреть на город. Парк Шевченко, да? Милка, если честно, она немножечко колесо обозрения побаивается, да? Да. Ну, сначала сказала, ну ладно, бабушка, один разочек поедем, да? Ну, если понравится, а два можем. Ты хитрушка. Ну, если понравится. Пошли билеты покупать. Мы тут были 2 года назад. В принципе, все то же самое. Вот оно. Чего? Остановите колесо? Да. Пойдем. Оно все тут крепенько. Смотри, как красиво. Всю Одессу видно. Не бойся, мой хороший. Если хотите увидеть вид на Одессу, мы уже на серединке. Класс, да? Море, смотри, видно, как море. Не-не, он едет потихонечку. Он сейчас остановился, и сейчас потихонечку уже будет опускаться. Это середина. Люди садятся, ты поняла? Я не знаю, сколько кругов, сейчас расскажем вам. А потом куда ты хочешь посмотреть? На батут. На батут? Мила, батуты в Днепре есть. Нет, я буду на батут. Или 4 даже. Какой? 3-й круг мы погнали, да? Теперь не боишься? Да. Могу сколько захочу. Сколько захочешь? Да. Ну вот видишь. А ты переживала. Мы успели. Один раз будем или сколько? Один раз. Ладно. Опять молодец. Победила страх. Не бойтесь, ребята. Да, все круто, да? Куда пойдем? На батут. Батут, это... Тут есть готель страху. Хочешь готель страху? Нет, конечно. Нет? Да. Правильно, не надо туда. Такая вот штука есть. Но я не хочу, Мила. Мила, ты будешь на этой штуке кататься? Я буду на батуте. На батуте, пойдем. Тут еще вот такой есть. Но он, походу, не работает, либо народ ждет. Не знаю. Ну, народу не так много сегодня, четверг. Аттракциончик. Ну не, я не хочу. Куда ты хочешь? На батут? Да. У тебя есть сила на нем прыгать? Вот да, есть. Ого! Целый день плавала, прыгала, еще на батуте. Подожди, вот этот 80 гривен батут. Тут горки, короче, 80 гривен полчаса, да? Что ты сделала? Я определилась. Ты определилась? Вот это. Пойдем посмотрим, что тут предлагают. Нет, это я точно буду. Это ты точно будешь? Сюда? Да, пожалуйста. Сейчас узнаем, что тут. Что тут по деньгам? Дитина, то дорослый. 100 гривен 2 годины, да? А можно посмотреть, что тут есть, что нет? Она тут сможет или для взрослых? 6. Джунгли, Милка, смотри. Да, буду, буду.
Ух ты, джунгли. Не оплачиваешь? Или можно вам? Милка, ты что такая довольная? Куда пойдешь? На горке. Ну как называется? Джунгли. Джунгли. Такая красотка, смотри, мила. Ого, так вот лезть? Мила в джунглях. А тебе не страшно? Нет, не страшно. Точно? А страшно? Сейчас мама как увидит, она... Мил, а ну покажи, что тут есть. Тут такая есть штука. Ух ты. Туда наверх так залазит, да? Пляжный комплекс Ривьера. Там дальше вот рыба вверху. Вот. Здесь есть бассейн. Их два. Мы чуть покажем. Сегодня нет волны. Это самое главное, Милка. Водичка такая, она прозрачная. По сравнению со вчерашним. Вчера вообще мы в водорослях скупались. Какой готовый. Чуть-чуть зеленцой такая. Но она чистая. Без водорослей, без ничего. А мы с ним, даже... пойдемте, мы ее как там уберем. Кого уберем? Кепку. Кепку? Да. Пусть будет кепка. А вам не мешает ее нырять. Нырять тебе мешает? Да. Сейчас уберем. Водичка теплая, Милан? Да. Милка, сегодня 1 сентября. День знаний. Ты с бабушкой на море, да? Мы сегодня пойдем в крутой ресторан, да? Да, с бабушкиными друзьями. Встречаться, да? Да, с известными блогерами Одессы. С моей любимой Катюхой. У нас есть выпуск. Такой интересный выпуск. Много позитивных эмоций вложено в этот выпуск. И, как говорится, от души. Цена лежачка с зонтиком, с матрасиком 200 гривен. Отличная цена, потому что здесь и бассейн. Напоминаю, здесь есть бассейн, который я вам чуть позже покажу. И не проверяют сумки. Для нас это важно. Таких, как Ибица, туда даже 100 грамм воды нельзя занести. Поэтому на целый день с ребенком как-то... Тут идеально для маленьких заход в море, песочек. Хорошо, давай пойдем, жду тебя. Сегодня море спокойное. Кто это такой идет у нас? Давай в догонялки, я камеру пойду положу, хорошо? Давай. Положить камеру? Да, а я тебя подержу. С камерой играть. Если вы на море, вместе с нами играть. Подписывайтесь на канал на Just Travel. Just Travel, да? Да. Так. А еще какой канал у тебя есть? Милана в образе. Еще у нас канал есть Миланкин, Милана в образе. Милана у нас мини-модель. Оставлять камеру не и надо. И актриса. Оставлять камеру не надо. Почему? Потому что мы будем догонялки играть. Да-да. Если вы на море, тоже играйте с нами. С нами, вместе с нами. Пойдемте играть. Че ты вода? Пошлите смотреть большой бассейн, а пойдем. Потом маленький. Хорошо. Пошли. Вот он. Такой бассейн. И вот лежачки сразу. А Милку не вытянешь с этого маленького. Ну, понятное дело, тут игрушки, все для деток, много игрушек разных. Он лезет. Тут качельки, карусельки, разные такие вот эти игрушечки. Милана, пошли в море купаться. Это накатаешься дома. Тут одна, в этом бассейне нельзя детям одним купаться. Да-да. Только со взрослыми.
Шпион. Смотрите и учитесь. А я там не прыгну. Заходи, заходи. С нами сегодня Катя. Канал Туристы Влог. Подписывайтесь. Мы с таким шикарным видом, с такой красивой едой. Наша одесская рыба. Тебе еще готовят. Да-да. Тебе сок принесли. Тюлечка. Какая красивая. Тут устрицы. Богатая жизнь. Такой шикарный вид. Столик нужно в рыбе бронировать заранее. Людей очень много. Да, причем очень много независимо. Понедельник. Мы бы сидели в понедельник, было занято все столы. Столик тоже нужно было бронировать. Потому что цена, качество здесь всегда соответствует. И вид. Мила, спагетти с морепродуктами. Это что такое? Это что такое? Это твое блюдо. Красиво, да? Милан, ну рассказывай, как тебе морепродукты и спагетти? Глянь на меня. Как? Выращивается у нас на Терегульском лимане, кто не знал. У нас есть выпуск оттуда. Украинский. Вкусные устрицы? Очень. Украинер. Ну как? Дайте лимон. Без сметаны вообще. Без сметаны? Если бы не сметана? Да. Сливки, там да? Соус. Сливочный соус. Ну так красиво смотрится. Вот, это сейчас еще лучше. Тюлька — это наша одесская валюта, золото. Тюлечка. Дайте мне лимон. Только хлеба не хватает черного. С маслечком. Вкусно? Соленая? Такая малосочка. Да. Как раз под просека, да? Да, почти. Не, мы можем селедку с шампанским. Дайте мне. Они принесли такой десерт. Тут вообще красивый коктейль. Милочка, иди сюда. Тут всякие штуки. Класс. Ух ты, это вата сверху, да? Ага, да. Это все съедобное тут, да? Да. Орео. Вкусно? Интересно, у нас будет интересный выпуск. А еще аквапарк. Да-да.
Да? Еще у Милы завтра аквапарк, да? Милка, такие кадры, лунная дорожка. Посмотри. Красота. Очень понравился ресторан. Мы первый раз в ресторане. Тебе понравился ресторан? Да. Очень, да? Все вкусно, атмосферно. Супер.